Привет, ребята! Смотрите, сколько у меня сюрпризов! И свитбоксу, и киндеру, и другие супер-шоколадные яички! А еще пакетики Маша и Медведь! Вы хотите, чтобы я распаковала что-то из этого? Давайте я позову сестренку, она мне поможет! Сестренка! О, где ты столько сюрпризов взяла? А это секрет! А можно мне какой-нибудь открыть? Конечно! Давай открывать! Купаться сюрпризом так весело! Давай откроем Машу Медведь пакетик! Давай! Я люблю этот мультик! Кто там будет, интересно? По-моему, там Маша! А тут, по-моему, все Маши, тут Мишек не попадается! Это Маша музыкант. Смотрите, какой у нее бантик и красивый фрак. А еще вот здесь вот маленькая бабочка и музыкальный инструмент. Какая она веселая. Ей точно нравится играть музыку. А вы знаете, как этот инструмент называется? Напишите в комментариях. И подписывайтесь на канал. И не забудьте поставить на колокольчик, тогда видео узнаешь самым первым. Давайте отложим Машу куда-нибудь в другое место, иначе она тут потеряется. Ой, а что это за слоненок тут? Теперь я открою что-нибудь. Хочу спидбокс с козочками. Вот этот, тот оранжевый, подай мне, пожалуйста, Иришка. На, спасибо, моя сестренка, люблю тебя, Маша. Давай открывать. Давай. Смотрите, какая тут милая беленькая кошечка. Сюрприз называется «Пушистики». Кто-то может попасть к нам из 8 котят. Кто же тут будет в оранжевом пакетике? Ой, кто-то черненький. Сейчас откроем. О, нет, это котенок серенький. Привет! Какие у тебя красивые зеленые глазки и большие ушки. Ой, он играет. Он спрятался в пакете из-под продуктов. Какой он пушистый. И миленький-маленький носик. Ой, какой он мягкий. Как его зовут? Его зовут Бази. Это уличный котик. Интересно, видимо, поэтому он прячется в пакете. Я думала, он играет. Теперь надо открыть какое-нибудь шоколадное яйцо. Вот, давай вот это, Машу, еще вот одну. Вот Маша. А, хорошо. Я нашла Машу. Шоколадное яйцо, Маша и Медведь. Шоколад. А внутри оранжевая капсула, потому что в этих сюрпризах все игрушки коллекционные. Открываю капсулку. Ой, кто это? Ой, куда Маша делась? Это Маша с париком. Смотрите, какая Маша с расчесочкой. И у нее каре. Но можно одеть паричок. И теперь у нее такие яркие фиолетовые волосы с двумя хвостиками. Ух ты, я тоже хочу такие. Но на тебя парик не налезет. Эх, жаль. Мне очень понравилась эта фигурка. Интересно, а что там еще можно найти? Ой, давай посмотрим скорее. Ого, какая тут большая коллекция. Кстати, две Машули, два медвежонка и еще другие зверята. А вы собрали эту коллекцию? Ну что, следующее будем открывать? Да, давай. Тут очень много коробочек свитбоксов. Да, давай откроем фиксиков. Фиксиков. Вот эту коробочку с фиксиками. Мармеладик и игрушка. Что нам попадется на этот раз? Нам попалась Шпуля со своим летающим скейтом. Ух ты! Смотри, какая она классная. Мне эта прическа тоже нравится. Она, кстати, похожа на Машину прическу. Два хвостика. Шпуля душа класса. Добрая, честная и заботливая. А здесь вся другая коллекция.
коллекция Фиксики большой секрет. Нам уже попадался нолик как-то раз. Надо открыть еще один свитбокс. Я вижу, вот там зелененький. Пушистики? Нет, другой зелененький рядом, темно-зеленый, вот там. Вот этот? Да, это тоже же пушистики. Да. Они из новой коллекции. Давай откроем. Мармеладик и игрушка. Ням-ням-ням, мармеладик. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Вкусный мармелад. А кто же там в пакетике? Там миленький кролик. Смотрите, какие у него ушки опущенные. И лапки передние. Она такая мила. У нее розовая бандана. Ой, какая миленькая. Можно погладить ее? Давай погладим. Ой, какая она пушистая. Мне очень нравятся ее ушки и голубые глазки. Как ее зовут? Ее зовут Усяшкик. Ой, это мальчик, что ли? У нее имя Усяшкик. Ой, там он еще ведет блок о приключениях. Мне кажется, это мальчик. Ну да, наверное. Мальчик, который любит розовый цвет. На картинке он красный. Да, кстати, на картинке он красный. И правда. Все равно он миленький. Да. Смотрите, сколько сюрпризов мы открыли. Теперь у нас столько новых игрушек. Какой вам больше всего понравился? Мне больше всего понравился зайчонок. А мне больше всего понравилась Маша. А какая Маша? С паричком фиолетовым. Да, я это уже поняла. Ребята, ставьте лайки и пишите комментарии. Сейчас вы увидите на экране циферки. Маша будет номер 1, котенок номер 2, зайчонок 3, другая Маша 4 и Шпуля номер 5. Напишите в комментариях ту циферку того сюрприза, который вам больше всего понравился. Привет, привет, сестренки. Как у вас тут дела? Тебе не нравится здесь? Так, мне кажется, вам нужно другое место для игр. И я кое-что придумала. Возможно, девочкам тут уже надоело. Давайте перенесем их в другое место. Там намного интереснее. Ого, девочки! Бассейн с разноцветными шариками. Так веселее, да? Алисонька, тебе нравится? Твоей сестренке уже нравится. Смотри, какие мягкие разноцветные шарики. Вот это зеленый, а вот это желтый. Ой, а это что за шарик такой? Это сюрприз с фиксиками. Интересно, а там еще есть какие-нибудь сюрпризы? Вау, ты посмотри! Посмотри, сколько там игрушек внизу. Только глянь, сюрпризы. Везде сюрпризы на дне. Вау, давайте что-нибудь откроем. Мне так интересно. Так. О, я вижу свитбокс My Little Pony. Девочки, вы любите My Little Pony? Я очень люблю My Little Pony. Какой-то уже потрёпанный старенький свитбокс. Давайте его откроем. Какая там лошадка внутри? Вы какие вы болтушки. Вам нравится играть в этом бассейне, да, девочки? Да, нравится. Давайте откроем сюрприз, и будет еще веселее. Как нравится девочкам тут играть, в шариках купаться. Я бы тоже хотела, но боюсь, не влезу. Хорошо быть маленькими. И да, мои солнышки, открываем сюрприз My Little Pony. Какая там лошадка внутри? Да, лошадка, мы любим лошадок, мы любим маленьких пони. Какие веселые девочки. Смотри, смотри, кто там? Ух ты! Нам попалась сама Эпплджек. Ух ты, красивая оранжевая лошадка. Какая кьюти-марочка у нее. Три яблочка. Смотрите, какая красивая лошадка, девочки. Вот и первая игрушка. Берите ее и играйте вместе с шариками. А мы пороемся и найдем еще один сюрприз. Так. Смотрите, пакетик с шопкинсами. Или шоколадный шарик с шопкинсами.
Что мы откроем? Я хочу пакетик. Серия номер 5. Какой там малый Шопкинс нам попадется? Большой-большой буклет, где много-много фигурок. Ой-ой-ой, а кто-нибудь собрал полную коллекцию? Я нет. Это очень тяжело, наверное. Проснись, милая. Тут так уютно и хорошо, что можно поспать, да? Да, Лисонька. Открываем этот маленький, милый рюкзачок, собачка. Такие ушки у него подмигивают. И посмотрим, какой там Шопкинс сидит. Желтый пакетик, а в желтом пакетике что-то круглое, возможно, торт. Ой, смотрите, это правда тортик, розовый тортик с фиолетовой глазурью. Хотя, может быть, это и не тортик. По-моему, это какая-то пироженка. Сейчас попробую найти его в буклетике. Ой-ой-ой, какой большой буклетик. И где же может быть наш сюрприз? Да, это выпечка. Это тортик из желе, вот он. Джелли Джем Ролл. Вот мы и нашли его. Так-так-так, а что же дальше? Давайте пороемся и найдем еще один сюрприз. Ой, сколько шариков! А малышкам очень нравится. Ой, осторожненько. Шарики вываливаются. Дуреблс. Давайте лучше откроем какое-нибудь шоколадное яйцо. Например, со смешариками. Вот, посмотрите, тут изображен ежик. А тут, ой, а тут Нюша. Так-так-так, какой смешарик будет внутри? Осторожненько, сейчас сразу сломаем это шоколадное яйцо. Не на мусоре? Достанем капсулу. А шоколадное яйцо так рассыпалось уже. Мне нужна тарелочка. Вот я принесла тарелочку, чтобы шоколад не рассыпался на пол. Давайте откроем эту голубенькую капсулку. Что там у нас внутри? Ой, там Кар-Карыч с футбольным мячом. Смотрите, какой веселый Кар-Карыч пытается играть в футбол. Интересно, у него хорошо получается. А ты когда-нибудь играл в футбол? Я, например, была вратарем. Вот сколько смешариков тут можно найти. Абсолютно всех из мультика. Нам попался Кар-Карыч. Посмотрите, какой он яркий. А еще и с бабочкой. Вот такая красивая фигурка нам попалась. А теперь попробуем найти еще один сюрприз. Давайте откроем шоколадный шар с фиксиками. А девочкам очень нравится играть, особенно с сюрпризами. Не так ли? Конечно. Этот шоколад уже успел немножко подтаять. Неужели там жарко так внизу? Смотрите, капсулка. А в этой капсулке игрушка. И какая там игрушка? Кто же из фиксиков нам попадется, девочки? Ой-ой-ой. Ага, это Нолик, наверное. Или кто это? Только гляньте, какое чудо нам попалось, ребята. Вот он здесь. Напишите в комментариях, кто это. Если ты еще не подписан на канал Велики ТВ, подпишись, чтобы не пропустить новое видео. Девочки, давайте откроем вот этот свитбокс с котятами, пушистики. Смотрите, какие там котятки прячутся. А тут такая красивая белая кошечка с красным бантиком. Мармеладик, ням-ням-ням. И пушистики. Кто нам попадется? Ух ты, нам такая еще не попадалась. Посмотрите, какая красавица пушистая. Лежит на своей лежаночке розовой. У нее еще и там белый воротничок. Или это такой красивый ошейничек. Глазки розовенькие. Какая красивая кошечка. Вам тоже понравилась эта кошечка? Ее зовут Дженни. Дженни. Обожает танцы. И спать на мягких подушечках. Вот такая милая кошечка нам попалась. Проснитесь, девочки. Давайте откроем последний сюрприз.
Опять пони? Нет, я хочу что-то другое. О, что это за сумочка такая? А это сюрприз, младшая сестренка. Внутри вот такие красивые девочки. Ну, как-то попадалась уже одна вот такая. Сейчас посмотрим, кто нам попадется еще. Ух ты, нам попалась новая девочка. Там еще внутри вкусняшки. Вот, цукаты. Вкусненькие-вкусненькие. Ой, какая классная игрушка. Девочка с медвежонком и с розовой панамкой. Посмотрите, мои малышки, какая милая девочка. С розовой панамкой. И у нее каштановые кудри. Давайте посмотрим на нее поближе. Взгляните на ее платье. Беленькое платьишко. И фиолетовые ботиночки. И мне так нравится ее медвежонок. Вот такая хорошенькая девочка нам попалась. Ну что, сестренки мои, хорошо провели время в бассейне? Даже с сюрпризами, ух ты! Как же классно! Я бы тоже так хотела. Ребята, ставьте лайки и пишите комментарии.